Так, девочки, всем доброе утро. У нас новый день, а значит новый влог. Сегодня у нас 23 ноября, плюс 8, погода просто супер, настроение супер. Пришла я в торговый центр Confluence на шопинг. Сегодня у меня детки кто в школе, кто в садике, и у меня куча свободного времени. Переделала все домашние дела, и со спокойной совестью могу себе позволить погулять по магазинам. Вот. Так, девчонки, предварительно я посмотрела на сайте Zara платье. Есть пару моделей, которые меня интересуют. Вот сейчас вместе померим. Надеюсь, в наличии тоже будет. Вот, померим, посмотрим. Если подойдет, сразу возьму. Посмотрите, какая здесь красота. Спокойно так. Вот эти вот все дома выполнены в очень интересном стиле. Посмотрите, они все разные. Вот здесь такой красивый мост и сам торговый центр. Вообще, это сам торговый центр, сравнивая с другими, относительно спокойный. Допустим, в Яхпахджу я вообще терпеть не могу там бывать, потому что там такая шумиха и всегда толпа народу. В Заре вечно очередь. Сейчас посмотрим. Надеюсь, здесь очереди не будет ни в примерочную, ни на кассу. Вот, так что так, девочки, поехали. В этом году еще не знаю, когда мы елку поставим. Давайте сейчас вам покажу, как здесь круто. Ну, да ладно, давайте начинать. Девочки, вариант номер первый. Кожаное платье. На самом деле красиво смотрится, но, во-первых, здесь вырез слишком откровенный. Если только закалывать как-нибудь булавочкой. Меня смущает длина платья, очень короткая. Следующая модель, это идет брюки, рубашка, размер S, мне же нужен XS, и я к этой модели присматривалась, и рубашка очень красивая, все очень аккуратно выполнено. Вот такая вот модель следующая, на камере цвет гораздо красивее. Камера красиво цвет передает, но в реале не такой красивый цвет. Вот, девочки, чувствую, сегодня не мой день. Напишите, как вам? Купили ли вы себе платье уже к праздникам? Вообще задумка платья очень интересная. Напишите, как вам? Коллекции микс такой вот и платье и кофта, вот. Это на мне размер, соответственно я бы взяла на размер побольше, потому что они на мне. Уже, наверное, недели две я на это платье смотрела и все думала, что еще рано. Даже еще не будем о грустном. Зашла я в этот магазин, называется Нормаль, что в приводе нормально. Наверное, по ценам здесь все нормально. Тут очень много уходовых средств для волос, да, для всего вообще. Вот кокосовые средства для волос я обожаю.
мочалочки. Такие вот разные румяшки. Слушайте, вот это прекрасная вещь. Вот хочу себе такую губочку взять для умывания. Возьму в этом цвете, все равно потом по итогу она будет такого цвета. Еще вот такой вот крючочек хочу взять для удаления, не знаю, как он точно называется, для удаления черных точек. Вот эти помады я очень люблю. Очень часто вы можете наблюдать их у меня на губах. Но того оттенка, к сожалению, опять же нету, который мне нужен. Он, наверное, максимально ходовой. Для того, чтобы удалять волосы на лице. Мне кажется, таким вообще баловаться лучше не надо, девочки, не делать такие вещи. Вот эта тушь, которую я использую, 12,20 стоит. Надеюсь, меня нормально слышно, потому что эта музыка орет громко. Смотрите, какая интересная, красивая палетка. Надо будет к Новому году прийти прикупить всяких разных безделушек для моей дочери. 30,10 € pour 22 € d'achat. Merci. Alors, девочки, я это все купила, и мне в подарок такое вот масло кокосовое. Купила я все, что нужно мне в этом косметическом магазине. И если ты делаешь покупку на 30 €, можешь выбрать там определенные позиции были. Я выбрала масло кокосовое. Мелочь, но приятно. Пойду сейчас, наверное, выпью кофе. Я сегодня не позавтракала нормально. Пойдем пить кофе. Девочки, давайте я вам по-быстрому покажу, что я купила. Ресницы на магнитах. Первый раз буду пробовать. Форму я люблю вот эту, которая вот здесь вот идет немножечко, и к концу только сам объем идет. Так. Потом у меня лопатка мне нужна была. Вот тушь, которой я всегда пользуюсь. От L'Oréal Paradise называется. Очень хорошая. Ресницы такие прям получаются пушистые, длинные. Так. Это дочки Mentos. Взяла вот такой вот спонжик для умывания. Очень удобный. Спонжики для теней. Крючок. Конфетку. Это я взяла для моей знакомой. У нее скоро у ребенка будет фотосессия новогодняя, и ей нужно было, я увидела, взяла. И при покупке мне подарили кокосовое масло. Вот такое оно для волос, для лица. Ну, короче, вы знаете, можно использовать где и как хочешь наносить. Это были все мои покупки, девчонки. Я, конечно, из-за платья сильно расстроилась, потому что эта модель мне очень понравилась. Мне кажется, мне бы пошел такой фасон. Ну, как говорится, мало хотеть, нужно было вовремя идти покупать. Народу нету, спокойно очень. Может быть, мы Новый год будем исправлять в ресторане, тогда мне нужно активнее искать платье. Я там буду свой блог заканчивать. Дальше уже ничего интересного, бытовуха, все как обычно и как у всех. Вчера я переделала кучу глазки. Поэтому сейчас пойду, мне нужно будет это все расставить. Очень хочу приготовить рецепт багетта со сливочным маслом и чесноком. Пойду домой, наверное, тоже приготовлю его. Вообще очень хочу летом полететь в Армению. Много интересного будет во влогах. Надеюсь, что там все будет спокойно, без войны. Меня это очень беспокоит.
эта тема. И просто сердце кровью обливается, когда думаешь, что, не дай бог, может повториться. Не дай бог. Вот, девочки, знаю, что из Армении меня очень многие смотрят. Вам пламенный привет. Барев здесь. Вообще, я с 2 лет в России живу. И говорю я на армянском тоже, но не так свободно, как на русском. То есть, чтобы изложить свою мысль, мне легче выразиться на русском. Правильно изложить свою мысль. Не буду сильно много болтать. Побегу я, короче, домой. Так что всех целую, обнимаю, до новых встреч. Пишите в комментариях ваши вопросы, если у вас есть ко мне вопросы. Я могу сделать потом видео вопрос-ответ и подробно уже рассказать вам о себе, о своей жизни и вообще. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх.